Сегодня 24 марта 2019 год. И меня попросила Ирена снять, что с козлятами. Тобик, что ты тут расчихался? Тобик, что случилось? Что там тебе попалось? Это он здоровается с соседями. Здравствуйте, здравствуйте. Он курочки гуляет. И сейчас иду кормить козлят. К сожалению, коза не встала, но я покажу, что с козой происходит. Молочко подогретое. Съедают они 300 мл за один раз. 4 раза в день я их кормлю. Во второй соски у меня нет. Вот одна бутылочка маленькая. Там всего 200. Соску никак. Вот они дерутся. Друг и у дружки. Соску найдем вторую большую. Третьего козленка я отдала хорошие руки, хорошим людям. Козочку. Все три козочки, все три девочки были, родились. На, второму, на. Вот так они дерутся за соску. Ну, конечно, и Тобик тут как тут. Да, второй. Так, за один раз 300 мл, 4 раза в день. Ну, пошли. Смотрите, козлятки, они хорошенькие, веселые, подвижные. Дайте, идите сюда, идите, мои хорошие, идите, мои красавчики. Все, наелись хорошо, веселые, хорошие детки такие, веселенькие. Подвижные, но у них нет еще имен. Поэтому, если вы мне поможете их назвать, я буду только рада. Это две девочки. Это такая кудрявая одна. А вторая, вот они все хорошие. Хорошие, хорошие, ручные. Любят. Вы наелись, вам нельзя. Их нельзя перекармливать. 300 миллилитров за один раз. Это достаточно. Скоро им 2 недельки уже, скоро будут кушать. И ты хороший, хороший. Ну как же без тебя, Тобик? Вот они, какие веселые козлята. Это не вам, это маме вашей я принесла. Пытаются смотреть, что. Ну давайте. Пытаетесь кушать? Рано, еще маленькие. Водичка тепленькая и зерно. Пойдем для козочек. Яюшка, будешь пить? На, моя хорошая. Тепленькая водичка. Она пьет. А эти по маме бегают. Все, напилась. Напилась. Все, убираем. Так. Сейчас тебе дам зерна. Что ты смотришь? Сейчас я тебе насыплю сюда зерна. Насыпала зерно. Вот трава только начинает подрастать, но это витамины для козы. Поэтому я 4 раза кормлю козлят. И ей тоже даю травку, и зерно, и капусточки. И вот рву траву. Здесь у нас целый шведский стол для козы. Она только маленькая еще. Поэтому рву разную, чтобы ей были витамины, чтобы она поднялась. Тобик, как всегда, со мной. Да, Тобик? Ну, давай рви, смотри здесь. И дикий щавель, и крапивка, Тобик. Это не тебе, это козочки. Если бы ты мог, ты бы, конечно, рвал со мной. Правда, Тобик? Вот, а пока что я стараюсь разную-разную травку, разнообразную. Она сама находит, какой ей надо. Если бы она ходила, она бы уже вылечилась. Но мне ее надо поднять. Ветеринар сказал прирезать. Как я могу кормилицу козу отдать на мясо? Никак не могу. Эй, ребятки!
идите сюда, идите ко мне, мои хорошие, мои красотулечки, идите. Тобик, да ты лучше всех, господи, обязательно ему надо, чтобы я похвалила и поснимала. Ты главный, конечно, давай. Нужно со мной обязательно быть. Тобик, не мешай. И Веста, и Веста, тут как тут. Да, хорошие, всем надо, чтобы... Все приветы, так, малышите, всем привет, всем привет. И Весточка, и Тобик, и козлятки. И вон они, вон козлятки. Это Веста с Тобиком, а это наши маленькие козлятки. А третьи в хороших руках, у хороших людей, которые приехали сюда, в нашу станицу. Наташа с Людочкой, с дочкой, забрали козленочка, козочку одну, и она у них там живет. А у нас вот остались две. Маму кормить пойдем. Мамочку кормить. Так, ушла. Вот они сразу на нее запрыгивают. На тебе, моя хорошая. Вот так ей. Вот так она кушает травку у нас. А эти помогают, помощнички, по маме прыгать. Но знаете, это хорошо, они делают ей массаж. Да, вот так. Мама кушает, они ей массаж делают. Мама пытается подняться. Давай, да, моя хорошая, давай, пытайся. Так, сил хватит, так и встанет. Тобик переживает, да? Переживаешь ты? Вот она кушает. Вот все у нас дружные. Вот так. Это у нее соль лежит. Даю ей подслащенную воду. И вот хорошо она кушает. Стул у нее нормальный. Ну, пока что не поднимается. Посмотрим. Но очень надеемся, что она встанет. Как же не встать? У нее детки подрастают. Правда, Еюшка? На тебе еще капусточкина. На тебе. Кушай. Капусточку и даю, и хлебушек, и картошку, и травку, и зерно. Все, что она хочет. Ну, она много не ест, ну, хоть обкушает. Поначалу она первые 5 дней практически ничего не ела. Сейчас она кушает, и пьет, и кушает. Вот она много не ест. Сейчас она покушает немножко. Лучше я ее почаще буду кормить. Моя хорошая, да, моя красавица. Красавица. Привет тебе все передают и хотят, чтобы ты встала побыстрее. Да, поднимайся. Хлебушек будешь? Вот она и хлебушек кушает. Водичку будешь еще пить? Нет? Пить будешь еще? Кушаешь, еще кушаешь, да. Пить будешь? Нет, не хочешь, ну не надо. Ну, кушай, что у тебя есть. Вот такие у нас козлята. Кому интересно, смотрите. Кто хочет поучаствовать в названии, скажите, как можно назвать этих двух очаровательных козочек. Вон они в домике. Там хороший домик, у них тепло, хорошо. И вот оно, семейство все. Вон он с мамой, с папой. Вот такие красивые, хорошие, веселые, жизнерадостные. Семья жизнерадостная. Строгий папа и добрая мама. А, мама со своим сыночком играется. Такие веселые. Да. Что такое? Мама тебя кусает. Мама тебя любит за ногу. И вот так ему. Ай, хорошо с мамой играться. Ай, господи, да что ж мы такие красивые, хорошие. Вот такие замечательные, замечательные ребята. Ну, мальчика тоже обещали забрать. Ой, Алексеевич. Так что уйдет тоже в хорошие руки мальчик. А пока что ему весело с мамой.
Вот так мы играем с мамой. А вот он и Тобик здесь. Так, разобрался. Все, всех успокоил. А все, пошли.